самое главное, принесет нам ближайшую победу. Второе, скорее бы вернулись в риск, наши ребята, мы все молимся, чтобы пришли целыми, невредимыми, а мы с удовольствием будем здесь ждать. И дай Бог, чтобы мы попросим у Господа простить нас за все наши мирские прегрешения и попросим Господа благословить нас на наши дела ради наших семей, отцов, жен, детей, наших ветеранов, бабушек, дедушек. Мы самое главное попросим Господа за на все наши мирские дела, на ради развития нашего региона и нашей большой страны. С праздником! Спасибо, уважаемый Николаевич!